Привет! В этом видео я покажу, куда можно сходить в Харькове для покупки интересных антикварных вещей и расскажу, где продать и как заработать от 1000 гривен. Как вы видели в прошлом видео, мое интервью было с интересным коллекционером, который профессионально занимается антиквариатом. И там я советовал Виолити как площадку, где можно выставить и продать свой антикварный предмет. В конце этого видео вы увидите, как можно круто сделать обзор лота для аукциона, чтобы дорого его продать и хорошо заработать. Ну что, начнем с антикварных рынков. Место, где можно поискать интересные антикварные вещи для покупки, это, конечно, барахолки и встречи коллекционеров. Возможно, в вашем городе такие есть. Сейчас я вам покажу два места в Харькове. Первое – это клуб коллекционеров. Второе – это барахолка. Начнем с клуба. Встреча клуба коллекционеров у нас в городе, в Харькове, проходит в парке машиностроителей. Это возле клуба «Жара». Сюда можно прийти и купить то, что вас интересует. Из монет. Как монет Украины, так и других государств. Старинные и современные монеты. Также есть антиквариат. Иногда появляются очень интересные раритетные вещи. Сейчас покажу. Или это что это? Это фонограф. Это фонограф. Фонограф Эдисона. Угу. Так и написано, Томас Эдисон. Сколько стоит такой? $1000. Прямо с рисуночками. А сколько стоит такой? То с подставкой на подставку? Да, с подставкой. 1200 с подставкой. Ага. Ну могу без подставки за 800 гривен отдать. Прям старинную, да? Сейчас посмотрю. 901 год. А сколько, на сколько хватает такую лампу? Смотря сколько зальешь керосин. То есть, а будут пол-литра, например, да, или сколько там? Где-то так. Надолго. Возможно, кто-то возьмет на продажу и выставит на аукцион. Переходим к барахолкам. Есть на центральном рынке. Давайте покажу. Суббота. Суббота, это значит, что людей будет гораздо больше вещей выставлено. Может быть, что-то интересное получится здесь найти. Давайте заходить, смотреть. Погода просто потрясающая. Сколько стоит такая? 600. Есть то, что надо. Немецкий. А из чего сделано? А? Из чего? Бог его знает. Там металл такой, что короли пили. Да? Вино. Короли. Да. И такие. И из таких допили. Да. А эти почем? По 300. Угу. Если хотите, я могу вступить. Понял. Пара прямо. Прямо много антиквариата. Давайте смотреть, что тут может быть. Для любителей музыки. А что-то такое интересное, нечастое, из украинской обиходки, может, что-то есть. Рідкі роки. 95-й рік. Чи тільки юбілейні монети? Кулач. Кулач. Але ж він 700 гривень. По чому 450? На ринку. Да? 450. Мишка. А это? ЛФЗ, что ли? ЛФЗ, да? Красиво. Красиво. Это... Харьков. Харьков. Харьков делал. По наша. А сколько стоит такой? 1500. Без а коробки к ним какие-то под... коробки? Ничего такого. Советские года. Коробки. Но... Где уже коробки? Тут ни подставки нет. Хоть такой достался. Ехал. Очень редкий. Что у вас есть? Туфли. Туфли. Держите вам просто так. Угу. Какая камера? Все, можно брать для YouTube канала. $1500 можно взять такую красотку. Почем машина такая? Вот это? 100 гривен. Она металлическая, да? Или пластиковая? Нет, она пластиковая. А. Старая. А. Сколько стоит? 1300. Клеем это немецкая. А, немецкая. Здесь иногда люди выносят интересные предметы, найденные на копе. Вот такой предмет хочу показать. К нему ребята сделали очень интересный обзор. Если вы захотите сделать на такой предмет свой обзор,
Ссылочка на них будет в описании. Давайте смотреть. Этот луристанский меч был продан на аукционе в Нью-Йорке в 2017 году. Такие изделия требовали долгой и кропотливой работы, но уже через 100 лет бурные события на территории Западного Ирана спровоцировали огромный спрос на вооружение. Войны с Ассирией и ее падение, создание Медийской империи, вторжение кемерийцев и скифов и, как апофеоз, создание скифского государства на территории современного Азербайджана вместо изящества в отделке оружия требовали надежность в бою и простоту изготовления. Не упустите уникальную возможность пополнить свою коллекцию шедевром древнего оружейного искусства. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на наши барахолки и встречи коллекционеров. Пишите ваши комментарии. Буду рад с вами встретиться на одной из таких встреч. Ставьте лайк, чтобы поддержать это видео. И до новых встреч. Всем пока, друзья.